Каждый ребенок заслуживает светлое и счастливое детство, любящих родителей, заботу и внимание. Увы, не каждый это получает. Тамбовские сироты и их будущее остается одним из наиболее острых социальных вопросов. Областной совет замещающих семей провел расширенные заседания. В рамках дискуссии участники обсудили основные проблемы детей-сирот Тамбовской области и потенциальные пути решения. До сих пор одной из наиболее острых остается проблема воспитания приемных детей. 89,5% всех детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в семьях. Но, как мы понимаем, рост числа семей и детей, которые в них воспитываются, они актуально ставят задачу по осуществлению контроля за воспитанием этих детей в замещающих семьях. Развитию как детей, так и их приемных родителей будут уделять особое внимание. Совет коснется самых важных аспектов из жизни таких сложных семей – юстиции, финансовой грамотности и конфликтологии. Основным же направлением работы органов опеки остается сохранение кровной семьи для ребенка.